Рынок акций попытался подрасти второй день подряд. И почти получилось. Как бы то ни было, мы увидели, что уровень 2500 нелегко поддается медведям. А особенно интересно, что индекс облигаций, индекс УФЗ, сегодня вырос более чем на процент. Стоит это отметить. Подводим итоги уходящего дня вместе с Татьяной Вершигорой. Таня, привет. Привет. Акции Сегежи сегодня в моменте взлетали более чем на 23%. Мосбиржа объявляла дискретный аукцион. После него рост замедлился, и по итогам торгов бумаги прибавили 18%. Сегежа растет уже пятую сессию подряд. Суммарно за это время акции подорожали более чем на 40%. И это на фоне объявления компании доп. Эмиссии и неутешительного отчета за первое полугодие 2024 года. Долговая нагрузка компании продолжает расти. Из позитивных новостей только то, что материнская компания в рамках доп. Эмиссии Сегежи АФК-система увеличит свою долю в этой компании. Да и, в принципе, это было ожидаемо, что мама дочке поможет. Откуда такой энтузиазм в акциях тогда? Ну, энтузиазм в акциях понятный, что, в принципе, Сегежи будет все нормально. Бизнес, понятно, что он каким-то образом сохранится, как они будут переформатировать, что будут делать дальше, не ясно. Одно ясно, что Сегежи-то будет все хорошо, с компанией в какой-то форме. Но вот что будет с акциями Сегежи, и главное, заработают ли акционеры Сегежи прибыль, я не имею в виду тех, кто купил вчера с утра, а сегодня вечером продал. Те, конечно, заработали. Но, возможно, как раз такие люди покупали бы. Кстати, в голосовании за тему дня, которое прошло в телеграм-канале «Сам ты инвестор», победила тема Сегежи из аутсайдера в лидеры. Трудная борьба была. Вот второе место заняла тема про дивиденды ВТБ и третье место – редомицеляция «Русагра». Акции, которые, к слову, лидеры сегодняшнего падения, 6% в моменте теряли бумаги. Причина в приостановке корпоративных прав кипрской «Росагро» на группу «Русагра». Сегодня суд удовлетворил соответствующий иск Минсельхоза России. А это значит, что еще один шаг, ключевой шаг на пути к принудительной редомицеляции «Русагра» сделан. Благодаря переезду с Кипра в Россию компания сможет вернуться к выплате дивидендов, что, в принципе, позитив. Но перспективы-то бумаг какие? Ну, это все долгая история. Переезд, или как это слово, наша нелюбимая редомицеляция. Это процесс, который, безусловно, он позитивный. Но позитивный с точки зрения теоретической, как будет на практике, мы видим, что по-разному происходит для акций компании. И в целом, что происходит сейчас с рынком, мы видим, что рынок слабый. И какие бы хорошие новости ни выходили, там отдельные новости могут отыгрываться, но ненадолго. Очень сложно идти против течения, против прилива, против отлива. То есть и маленькие суденышки, и большие корабли море с собой уносят. Что касается «Росагро», ну, безусловно, это больше вопрос, наверное, к юристам в какой-то степени. Ну и как это будет все происходить, как быстро, как долго мы видим аналогичные истории. Можно по аналогии судить, например, с бумагами X5. Других историй, в принципе, много, это не единичная история. Если вспомнить историю, которая довольно-таки неприятна для инвесторов, это когда компания переезжает не в Россию, а в Казахстан. С пулеметом ко мне тут обратилась группа несчастных инвесторов. Но как бы они не то чтобы совсем... они действительно несчастные, их можно посочувствовать, потому что люди попытались каким-то образом перевести свои бумаги в Казахстан, там с брокером что-то не получилось. Здесь они также не ждут ничего хорошего от оферты и делистинга, потому что им кажется, что их в очередной раз обманывают. Мы не знаем, так это или нет, но в любом случае люди покупали по 1500, а сейчас бумаги стоят 200. И, в общем, все это к вопросу, кстати, и о Сегеже, там, и о других вот таких историях неприятных. Если вы в этих историях сидите, ну, вряд ли можно что-то высидеть, какое-то яйцо. Скорее всего, высидишь какой-то убыток. Но, с другой стороны, бывают и такие истории, когда все возвращается, но это нужно очень-очень долго ждать. Что касается «Русагры», «Русагра», в принципе, позитивная история до того была. Правда, бумаги сильно скорректировались. Надо в них, не надо находиться. Ну, это уже другой вопрос. Зависит от того, по какой цене инвестор купил, какой у него пакет и прочие вещи.
Еще интересная история. Дивиденды ВТБ за 2024 под большим вопросом. Как сообщил глава банка Андрей Костин, на АВ в 2024 ВТБ планирует наращивать утерянную за санкции капитальную базу, в том числе из-за обязательств перед Центробанком. При этом он отметил, что у самого банка есть желание выплачивать дивиденды, но в любом случае решение будет приниматься не раньше января следующего года. Напомню, что в последний раз банк выплачивал дивиденды по итогам 2020 года. Также на ВФ глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50% от прибыли. Но обещать не значит жениться. Ждем дивиденды от банка. Ой, Татьяна, не ожидал от тебя такого. Смотри, история с дивидендами банков, ну, наверное, разная у Сбербанка и ВТБ. Об этом мы поговорим в подробностях сегодня еще. Но понятно, что заплатит, не заплатит ВТБ. Дмитрий Пьянов, кстати, в нашем эфире, когда задал ему прямой вопрос, что там с дивидендами, он так, в общем, очень уклончиво говорил месяц назад, что все будет зависеть от итогов года, от ЦБ, потому что нужно наращивать капитал. У Сбербанка совершенно другая история. Весь вопрос, какие будут дивиденды и что изменится к тому моменту, когда Сбербанк отчитается за год, и что там будет дальше, но соломки уже себе все стелят. Ну, а я думаю, что нам пора представить нашего гостя. Потому что у нас сегодня директор департамента корпоративных финансов, его партнер Артем Тузов. Артем, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Давайте мы начнем, наверное, с главной темы. Попытки российского рынка, ну, может быть, не главное для наших телезрителей, но мы эту тему и вопрос не вставляли, потому что она бы точно победила. Что происходит на российском рынке акций? Где там дно? 2500 ниже. И, собственно, вот как вы видите себе ситуацию, есть ли какие-то драйверы вверх, потому что, ну, пока сложно себе представить. Да, мы остановились, на 2500 ниже не пошли, и то хорошо. Ну, я вижу ситуацию без особого оптимизма, потому что падение рынка длилось, ну, по-моему, больше 4 месяцев. И, конечно, все истосковались по какому-то росту, по какому-то позитиву. И вот он наступил, акции стали расти. Но вот эти фундаментальные причины, почему было падение, на мой взгляд, они не устранены. Я в первую очередь говорю о том, что нерезиденты, да, к 12 октября должны покинуть Россию или попасть под санкции США. Ну, не Россию, я имею в виду, а конкретно взаимоотношения с Московской биржей прекратить. В общем-то, если у них были пакеты большие, продать их в стакан за раз не получается. То есть сидит трейдер, который методично продает по тем ценам, которые есть. И, в общем-то, скорее всего, растягивает удовольствие на весь период, а не... А как же там считать типа С? То есть там это можно обойтись? Ну, в данном случае, конечно, имеются в виду дружественные нерезиденты, которые, в общем-то, логически могли заходить на рынок как раз в 2022 году, когда цены были гораздо ниже текущих. И, в общем-то, они, если сейчас продают, то делают это в хорошей прибыли. И, в общем-то, ну почему нет? Забрать деньги, идти дальше. Вряд ли они аллокацию на Россию делали какую-то большую. Может быть, это там процентов 10 от их международного капитала. И, конечно, рисковать оставшимися 90 вряд ли они будут. Поэтому до 12 октября, ну или хотя бы до начала октября, я бы не ожидал таких позывов к росту. Но, тем не менее, рост есть. Он все-таки, наверное, вызван тем, что прошла волна полугодовых отчетов, и появились компании, которые, в общем-то, объективно стоят сейчас достаточно дешево, гораздо лучше, чем в то время, когда индекс был там 3000, 3400. Сейчас уже, ну, у меня рука тянется купить. Я, собственно, и покупаю акции S2800 и продолжу это делать и дальше, потому что уровни сейчас хорошие для покупки. И, в общем-то, вот видно, что продавцы временно не продают, и пошел рост. Хотя назвать его каким-то крепким я пока не могу. Есть такой термин, не знаю, насколько его корректно применять, отскок дохлой кошки. Mm-hmm. То есть если падаем очень долго, то можем ненадолго вырасти. Но, в общем-то, потом падение обычно продолжается. И если посмотреть на
технический анализ. Да, пока не видно, что мы пробили тренд, пробили, скажем так, канал и пошли вверх. Мы скорее... пробили вниз, да, перед тем, как отскочить, кстати. Ну, вниз и отскочить — это классика, но как бы пробить-то надо вверх и пойти дальше. Да. А пока этого нет, к сожалению, потому что я тоже хочу, чтобы наш фондовый рынок рос, но сейчас ситуация такая, какая есть. В общем-то, с точки зрения долгосрочных инвесторов, она прекрасна, потому что есть что купить по 3500 или даже 3000 пунктов по индексу. Ну, практически нечего было покупать. А сейчас простор. То есть выбираешь, что купить. Очень много хороших акций по хорошим ценам. А вот у нас зрители, да, извините, что перебила, спрашивают, что покупать, ваши топ-3 идеи. Ну, Артем продолжит, а потом скажет нам, что купить, время-то еще есть. Да, ну, я могу сказать, что, разумеется, здесь есть много подходов, да, то есть, в общем-то, можно покупать индекс в целом, потому что он хорошо снизился, и, в общем-то, исторически такое падение с максимумов — это уже повод купить просто индекс в целом, не выбирая конкретных акций. Но если смотреть на конкретные акции, конечно, такая идея, которая уже несколько раз приносила достаточно хороший доход, это покупать Сбербанк ниже собственных средств. Он не часто стоит ниже собственных средств на бирже, но иногда такое бывает. И, в общем-то, это не значит, что он один день ниже собственных средств. Бывает и 3 месяца, и полгода, но дальше он продолжает рост, собственно, потому что он продолжает рост по бизнесу. И ближе к дивидендам вытягивается цена вверх. Это первая идея. Ну, на самом деле, почему-то у меня в голове все 3 идеи из банковского сектора. То есть вторая идея у меня — это Совкомбанк. Здесь немного другая история, потому что вот сегодня была новость о том, что планируются налоговые льготы для тех компаний, которые кэшин делали IPO с 2022 года. А у нас было достаточно много компаний, но при этом часть — это IT, которая уже под налоговыми льготами, часть делала кэш-аут. И, в общем-то, Совкомбанк — одна из немногих компаний, которая делала кэш-ин, подпадает под эти льготы, и, о чудо, получается, что смогут когда-то, когда закон примут... Нашим, да, зрителям, что значит кэш-ин и кэш-аут? Кэш-ин — это когда после IPO деньги идут в компанию, угу, на ее развитие. А кэш-аут — это когда после IPO идут, деньги, да, идут текущему акционеру. Вот. И, соответственно, какой закон сейчас прорабатывается, что попало в СМИ, что будет стимулировать как раз те компании, которые деньги привлекали с инвесторов именно на развитие бизнеса. И, в общем-то, мне очень понравилась идея, что банк может сэкономить на налогах, причем, самое главное, неожиданно. То есть в финмодели его стоимости не закладывалась такая экономия. Это первое. Второе, можно вернуть, насколько я понимаю, затраты на IPO, которые, судя по отчетностям всех эмитентов, кто выходил на биржу, тоже не маленькие. Поэтому это такая вторая моя идея. И третья идея в том же русле — это на самом деле МТС-банк. У него ситуация, наверное, еще лучше, чем у предыдущих двух историй. Почему? Потому что тоже торгуется ниже собственных средств, причем гораздо значительнее, чем у Сбербанка. Почему? Потому что есть, к сожалению, такая практика в России, что люди, покупая акции на IPO, уже через месяц вообще не помнят, зачем они это сделали, и продают. Ну а когда еще и общее падение рынка, такие акции, ну, чувствуют себя слабее. И МТС-банк, в общем-то, достаточно сильно упал после цены IPO и сейчас стоит, ну, даже вот в сравнении с собственными средствами, дешево. При этом он достаточно хорошо растет, и тут еще добавляются налоговые льготы, потому что там тоже был кэш-ин, насколько я помню. Тут, конечно, стоит уточнить перед покупкой, потому что в МТС-банке я не уверен. Но, тем не менее, идея такая у меня есть. Вот 3, топ-3, которые у меня сейчас в голове.
Спасибо, вы предвосхитили нашу историю, а мы еще ситуацию с банками обсудим чуть позже. Но сейчас хотелось бы обсудить ту главную тему, которую выбрали наши телезрители. Спасибо, скажем так, Денису Владимировичу, который подсказал им эту тему. Но как бы то ни было, в нашем голосовании именно эта тема и появилась. Это взлет акций Сегежа. Итак, вот Танечкин вопрос был, откуда такой энтузиазм в этих акциях? Ну, я бы не назвал это энтузиазмом, если кто хорошо, смотрел скажем, график... энтузиазм. Да, если кто смотрел график Сегежи, там видно, что она очень долго и очень сильно снижалась. Она очень сильно потеряла в цене. Даже появилось такое понятие, как стратегический шорт Сегежи, потому что это была акция, которая все время падала, и можно было долго удерживать шорт и на этом зарабатывать. Но всему есть предел, то есть перед тем, как вырасти на 40%, да, она очень сильно обвалилась, по-моему, до рубля. Вот. И, в общем-то, для тех, кто держал шорт, это был повод его закрыть. Особенно, когда сначала пошли слухи о том, что будет доп. Эмиссия, потом уже эти слухи превратились в реальность, и это повод закрыть шорты. Но чтобы что-то закрыть, шорт, да, то есть ранее проданные акции, надо их откупить на бирже. А если они на бирже, вопрос, потому что должны быть желающие их продать по таким низким ценам. А в общем-то новых желающих открыть шорт нету. И получается такая история, когда на недостатке акций они при закрытии шорта начинается рост цены. Это называется шорт-сквиз, я угадал? Ну, кэш-ин, кэш-аут, а это шорт-сквиз. Вот я боюсь... Это когда сжимают шортистов. Так. В терминах немного... Я не уверен, что был шорт-сквиз именно в Сегеже, потому что тогда бы она выросла, может быть, еще больше. Но, тем не менее, явно вот такой навес из желающих купить выбил цену вверх. Тем не менее, не зная цены, по которой будет доп. Эмиссия вот, в пользу, например, системы, либо каких-то других инвесторов, очень трудно сформулировать, сколько же должна стоить Сегежа сейчас. Ну, например, с учетом этой доп. Эмиссии, какая должна быть капитализация корректной. Потому что сейчас ее капитализация на бирже крайне маленькая и не соответствующая ее активам. Но, к сожалению, соответствующая ее финансовому положению с точки зрения того, что финансовые расходы на обслуживание долга больше, чем, ну, собственно, EBITDA. Поэтому это значит, что акционеры ежеквартально теряют деньги, проедается капитал. Если будет достаточно большая доп. Эмиссия, вопрос, куда она пойдет. То есть она может пойти на закрытие долга, то есть уменьшение как раз финансовых расходов, чтобы, например, они были меньше EBITDA. Тогда это один вопрос. Тогда это повод начать зарабатывать капитал. Либо, может быть, они пойдут на какие-то новые проекты. Кстати, идея тоже неплохая. Увеличить бизнес, чтобы он зарабатывал больше EBITDA и мог обслуживать этот долг уже в прибыль. Обе истории, они имеют, скажем так, разную оценку, потому что, в общем-то, долгосрочно правильно идти по второму пути. Но если он такой вот явный? У Сегежи, когда она выходила на IPO, был большой план развития. Они планировали очень много инвестировать в новые проекты. И последний, по-моему, уже год они эти проекты откладывали, откладывали, откладывали. То есть ее будущий денежный поток, он, в общем-то, откладывался тоже вправо. И новые деньги, если направить на это, в общем-то, долгосрочно это правильно. Скажем так, на месте системы, как основного акционера, я бы, может быть, действовал этим путем. Но, конечно, наш рынок, вот такие инвесторы, которые мыслят не стратегически, им это не понравится. И, в общем-то, при таком подходе вряд ли акции Сегежи быстро вырастут уже даже после появления какой-то актуальной капитализации. С другой стороны, сокращение долга – это мгновенный позитив, который может быстро вывести акции Сегежи вверх. Но готов ли я сейчас покупать по текущим,
в расчете вот на рост после доп. Эмиссии. Я лично не готов, потому что параметров нету. То есть насколько будет размытие? Там, один к одному, или в два раза, или в три раза, или в четыре. Что я теряю? Потому что, в общем-то, в чем заключаются потери? Если раньше на одну акцию условно платили 1,5 рубля, при размытии в три раза будет платить 50 копеек с той же прибыли, которой сейчас еще и нет. Поэтому, в общем-то, оценка Сегежи, она сейчас под вопросом. Тем не менее, есть у Сегежи и большие плюсы. Да? Между прочим, Сегежа — это не только компания на бирже, но и конкретно город, где, я так понимаю, Сегежа еще градообразующая. То есть вряд ли компания имеет возможность, скажем так, обанкротиться. Мечел, который в свое время спасли, была непростая ситуация. Смены собственника не произошло, хотя, по идее, там тоже было очень тяжело. И даже не было материнской компании, которая могла бы помочь. Но в этом случае пришла на помощь государство. Градообразующие предприятия — это очень важно. То есть, возможно, и какие-то банки могут поучаствовать в доп-эмиссии. Ну, на самом деле, у нас такая спасительная доп-эмиссия недавно уже была в Аэрофлоте, и даже не одна. Поэтому понятно, что всегда найдется кто-то, кто захочет спасти компанию. Другой вопрос, останется ли тот же самый акционер в этом случае. Но, вспоминая Мечел... Это, может быть, даже в нашем случае не столь важно в случае. Да, да. Вспоминая Мечел, как на нем заработали, ну, в том числе и я, там было две неплохие опции. Первая — это, на самом деле, облигации Мечела на тот момент торговались. То есть в тот момент, когда стало понятно, что Мечел отполз от банкротства, тут же облигации Мечела выросли. И это была такая хорошая мгновенная прибыль, ну, относительно мгновенная, по-моему, за 3 месяца там был хороший доход. В то же время сам Мечел, его акции восстанавливались достаточно долго, то есть, по-моему, это была история там чуть ли не 1,5 года, когда они отрастали от минимумов. И, в общем-то, идея, давайте купим что-то очень дешевое, когда оно спаслось, не всегда работает быстро. Хотя и там я заработал, но по факту получилось, что в облигациях Мечела я заработал быстро, а в акциях Мечела это потребовало достаточно много времени. В случае Сегежи похожая история, у нее есть облигации. Я их, кстати, тоже держу, и акции Сегежи держу. К сожалению, я тот самый человек, который покупал давно, еще там после IPO. И, в общем-то, пока я вижу ту же самую историю, что в облигациях Сегежи, если будет доп-эмиссия и не будет, например, реструктуризации облигационных долгов, я заработаю достаточно быстро и достаточно много. А в то же время акции будут восстанавливаться до уровня, когда я выйду вообще в прибыль, достаточно долго время. Ну, тут от таких историй спасает диверсификация, то есть по эмитентам, по отраслям. Много у вас в портфеле таких историй? Вот прям как Сегежа, на самом деле мало. Но есть много других историй, мимо которых проходишь. Ну, тот же самый Полиметалл упоминали, я в нем не участвовал. И он был не один, там был еще Петропавловск, тоже история 22 года, которая закончилась крайне трагично для акционеров. Всегда найдется какая-то история, где риск фондового рынка реализуется. Почему вы решили не участвовать в Полиметалле? Честно говоря, здесь вопрос для меня, скажем так, структуры собственности. Я люблю, например, акции компаний, которые российские, в российском контуре, то есть, ну, ПАО. Когда расписки, я их не покупал, кстати, очень зря, но тем не менее, я их не покупал весь 2022 год, потому что я опасался каких-то проблем. И часть компаний спокойно переехала, и никаких проблем не было, на них очень много люди заработали. А другая часть компаний, к сожалению, ведет себя непоследовательно. Я не уверен, что вот это принудительное... расконвертация, которая сейчас происходит по суду, по-моему, в X5, и которая вот
анонсирована в Росагро, она происходит вот совсем без желания как бы собственников компании. Я думаю, просто это такой один из достаточно легких способов переехать. Но, тем не менее, другие собственники решили действовать по-другому. То есть Polymetal пошел своим путем, Global Trans своим путем, Softline третьим путем, когда разделили бизнес, и иностранная часть где-то за рубежом торгуется, я, честно говоря, даже не слежу, что с ней, а российская в России очень активно развивается. И, в общем-то, поэтому я не попал в Polymetal, потому что мне не нравилось, что это иностранная... Каждая история, она имеет свои нюансы. И, как говорится, без этих нюансов... Все эмитенты счастливы одинаково, а не счастливы по-своему. Да. Ну что ж, мы прерываемся. Мы уходим на рекламу. Это двигатель прогресса, и она приносит деньги, как говорят. Напоминаю, что в гостях у нас директор департамента корпоративных финансов EVA Partners Артем Тузов, который после перерыва продолжит с нами общаться и отвечать на интересующие вас вопросы. Мы уходим на рекламу, через пару минут вернемся, не переключайтесь. Это «Рынки. Итоги». Мы продолжаем беседовать, подводить итоги дня и обсуждать интересующие вас темы. Одна из историй, безусловно, это дивиденды, которые всех интересуют. Очень многие подались во вкладчики. Что выгоднее было за последнее энное количество лет? Все-таки вклады или дивидендные акции? С этим вопросом разбирался наш коллега Марк Протасевич. Добрый вечер. Традиционно акции считаются самым доходным активом. В учебниках по финансовым рынкам пишут, что несмотря на военные конфликты, финансовые кризисы и катаклизмы, акции обыгрывают инфляцию с большим отрывом. Но работает ли эта теория в России? Если коротко, то да. Акции показывают себя лучше других активов. Расчеты мы проводили с конца августа 2014 по конец августа 2024. Итак, за 10 лет индекс полной доходности Мосбиржи, то есть с учетом дивидендов, принес бы инвестору почти 260%. Дивидендным акциям отдают предпочтение и гуру инвестиций. Например, такие бумаги долгое время составляли основу портфеля Berkshire Hathaway, управляющей компанией Уоррена Баффета. Среди плюсов такого подхода, как отмечают эксперты, высокая ликвидность и защита от падения курса рубля, если, конечно, в вашем портфеле есть бумаги экспортеров. Да и сами дивиденды могут частично нивелировать просадки во время кризисов. Доходность банковских депозитов оказалась значительно ниже. С учетом реинвестирования процентов они принесли вкладчикам от 75 до 90% за этот же период. Удивительно, но вклады проиграли даже инфляции. Накопленный за 10 лет рост цен составил 98%. С точки зрения сохранения средств хорошо показала себя американская валюта. С конца августа 2014 по август 2024 доллар вырос на 147%. Однако стоит помнить, что акции и валюта – это рискованные инструменты, и они не дают гарантированного дохода, в отличие от вкладов, которые еще и частично защищены государством. При этом эксперты, опрошенные РБК, считают, что одна из лучших стратегий на рынке – это диверсификация активов между акциями и вкладами. При высоких ставках депозиты выглядят привлекательно, но при снижении ключевой ставки акции остаются в приоритете за счет перекладывания денег в более рискованные активы. Это был Марк Протасевич, который разбирался, что лучше, облигации, акции или вклады. Да, он забыл, кстати, про облигации. И в случае облигаций, и в случае вкладов у вашего контрагента есть обязательства перед вами. Не стоит забывать, что в случае дивидендных акций у эмитента нет перед вами никаких обязательств платить вам дивиденды или нет. Только его добрая воля, репутация и все. И так случается, что компания может платить дивиденды, например, 100 лет, а такие случаи были не у нас, конечно, а потом в силу каких-то условий перестает их платить. У нас были случаи, когда компания то заплатит, то не заплатит дивиденды. Причем бывает и в силу объективных обстоятельств. Как правило, они веские. Что касается дивидендных акций российских, у нас очень высокие дивиденды, отличный уровень дивидендов. И, в общем, многие, наверное, зарубежные инвесторы могут российским инвесторам в этом плане позавидовать. Но дело не только в дивидендах, а в том, как регулярно компании их платят.
Возьмем наши банки. Сбербанк отличается регулярностью выплаты дивидендов. Похуже история ВТБ. На этих днях на проходящем Восточном экономическом форуме и представители Сбера, и представители ВТБ отвечали на наши вопросы по поводу дальнейших дивидендов. Если Сбер более-менее уверен, отвечает, что, судя по всему, дивидендам быть за 2024 год, в 2025 году, хотя это, конечно, не гарантировано, но, скорее всего, быть, с большой вероятностью. Что будет там дальше, посмотрим, но как бы сомнений меньше. Что касается ВТБ, здесь вопросов больше. С нами на связи Ольга Найденова, старший аналитик инвестиционного банка «Синар». Ольга, здравствуйте, спасибо, что с нами. Здравствуйте. Ольга, слышали вы интервью представителей, ну или читали наших крупнейших банков ВТБ, Сбер, и какие выводы можно сделать? Стоит ли, наверное, ожидать от ВТБ дивидендов за 2024 год или рано делать какие-то выводы? Но все показывает то, что, ну, по крайней мере, 50 на 50, заплатит или не заплатит. Ну, 50 на 50, наверное, есть доводы в пользу и той, и другой позиции. Мне кажется, что скорее не заплатят. Но, безусловно, мы видим волю и желание менеджмента заплатить дивиденды, если будет такая возможность. И мы видим понимание важности выплаты дивидендов в истории акций, для истории акций ВТБ, поэтому, как бы, безусловно, это безусловно аргумент, который нельзя не учитывать. С другой стороны, мы видим очень маленький запас по достаточности капитала у ВТБ, мы видим сравнительно слабую способность зарабатывать такого основного бизнеса, очень невысокую в текущих условиях маржинальности, очень большая часть прибыли ВТБ происходит от разовых сделок, от истории с замороженными активами, от того, что они использовали отложенный налоговый актив и так далее. То есть какие-то истории, которые не возобновятся в будущем. И подтвердить способность создавать капитал текущей рентабельностью бизнеса пока не очень получается. То есть те темпы роста, которые ВТБ хочет показывать, они на текущей рентабельности они недостижимы, да, без разовых каких-то факторов. Поэтому мне кажется, что заплатить будет сложно. Вот. И запас по достаточности капитала, на мой взгляд, пока очень-очень небольшой, тем более, что регулятор исправно повышает и риск надбавки, и вот появится контрциклическая надбавка к достаточности капитала, и постепенно восстанавливаются прочие базельские надбавки к достаточности. Вот мне кажется, что для ВТБ это будет прям достаточно сложная история, если будет какое-то количество, если достаточность капитала, если банк сумеет заработать заметно больше, чем мы сейчас предполагаем, да, то может быть такая история и случится. По поводу Сбербанка, ну, здесь вроде как сомнений, не то чтобы их нет совсем, или их совсем нет, скорее всего заплатят, мы так все считаем. Весь вопрос сколько, потому что мы не знаем, будет ли рекордная прибыль, какая она будет по итогам года. Первое полугодие все отлично, но у ряда банков дела идут лучше, у кого-то похуже, прибыль снижается. Что по Сбербанку можете сказать? Слушайте, ну по Сбербанку мне кажется, что тут действительно сложно ожидать сюрпризов, как в ту, так и в другую сторону. Сбер зарабатывает на капитал свои 20 с лишним процентов, я думаю, там 24% в этом году он покажет, и вполне может выплатить тот уровень, тот заявленный в дивидендной политике уровень дивидендов, 50%, который мы все от него ожидаем. При этом с учетом тех же регуляторных факторов, с учетом
сравнительно высоких темпов роста как в целом по банковскому сектору, так и в Сбере в самом, повышенные дивиденды платить затруднительно. Тем более, что никто не может гарантировать рост прибыли Сбера в следующем году, особенно с учетом роста налоговой ставки. Мы все, инвесторы, более-менее привыкают к росту дивидендных выплат, и снижать их никто не хочет. Мы помним в истории Сбера, когда был год, когда прибыль немножко снизилась, но Сбер предпочел выплатить тот же дивиденд, не снижать уровень дивидендных выплат. Поэтому я думаю, что, скорее всего, то есть вот с очень большой вероятностью, выплата будет как раз 50% ровно на уровне дивидендной политики. Спасибо вам большое, Ольга, за ваше время, ваши комментарии. Ольга Найденова, старший аналитик инвестбанка Синара, была с нами на прямой связи. Артем, ваша точка зрения по Сберу ясна, вы уже ее озвучили. А и по другим банкам тоже. ВТБ ваши приоритеты, наверное, не входят. Приоритеты не входят, но в чем логика того, что я, например, ВТБ тоже покупаю? У Сбербанка действительно есть ограничения по росту. Ну, объективно говоря, вряд ли мы в ближайшее время увидим рост акций Сбербанка в 3 раза, потому что фундаментально нет причин для такого роста. То есть не будет у Сбербанка роста чистой прибыли в 3 раза, дивиденды он уже платит, и он вряд ли их в 3 раза увеличит. Дивиденды огромные. Да, да. И, в общем-то, у Сбербанка есть понятная, скажем так, понятный апсайд, понятный процент, на который он может вырасти, и большая вероятность этого роста, в том числе большая вероятность дивидендов. Это такая, скажем так, на российском фондовом рынке идея понятная и прозрачная. Но там, к сожалению, не заработаешь много. Там заработаешь достаточно и достаточно предсказуемо. В отличие от ВТБ. ВТБ, если пойдет сценарий негативный, что мы получим? То, что и так много лет получали от ВТБ, то есть продолжающееся какое-то падение, отсутствие дивидендов и, скажем так, даже уже ничего не будет нового, потому что от ВТБ инвесторы не ждут каких-то прорывов. Он, к сожалению, печально известен тем, что много лет хочет заплатить дивиденды, но что-то все время случается, что ему мешает. С другой стороны, как раз он-то и может вырасти в 2-3 раза на нормализации ситуации. Это больше такая спекулятивная история, оппортунистическая. Скажем так, это вопрос уже риска и доходности. То есть сколько ты можешь заработать в положительном сценарии, и сколько потерять в негативном, и сколько на это ставить. Например, у меня в голове соотношение примерно 85 к 15, то есть 85% денег в Сбер и 15% в ВТБ, тогда, даже если все будет потеряно в ВТБ, все равно эти потери закрываются условно дивидендами Сбербанка плюс небольшим ростом. А если ВТБ вырастает в 3 раза, то я получаю какую-то такую достаточно хорошую доходность на общую позицию из этих двух бумаг. Поэтому, конечно, я и ВТБ покупаю, но в меньших объемах, чем Сбербанк, причем значительно меньше. Понятно. Но, в общем-то, ВТБ, я, например, в нем и ипотеку держу, и у меня там брокерский счет, я не считаю его бизнес ненормальным. Это хороший банк, который делает достаточно хорошие сервисы и, в общем-то, конкурирует со Сбербанком. Да? То есть это отличный конкурент Сбербанку. И, в общем-то, хочется дождаться уже и позитива по ВТБ. Надеюсь, такая поговорка, хороший человек – это не профессия. В принципе, я с вами согласен по поводу ВТБ, что это в каких-то моментах лучше Сбер, в каких-то моментах хуже. Но это все ведущие банки. В принципе, хорошо они справляются со своими задачами, именно как банковские организации. Но у акций совершенно разные истории, и дивидендные истории тоже разные. Эту тему мы
наверное, закрыли, поэтому я предлагаю вопросы, а их много накопилось к Артему, может быть, даже блиц придется теперь отвечать. Ну вот сейчас чуть-чуть еще приоткроем эту тему. Алексей спрашивает, почему вы выбираете только банковский сектор, а как же риски увеличения резервов, сжатия кредитования, регулирования ЦБ и, возможно, увеличенная нагрузка на банковский сектор? И еще спрашивали, что кроме банковского сектора вы можете назвать среди фаворитов? Ну, я называл акции, которые у меня прямо сейчас в голове. Конечно, на самом деле, когда я покупаю акции, я не концентрируюсь только на банковском секторе. У нас, на мой взгляд, нефтяники могут показать хороший результат. То есть, если присмотреться, средний курс доллара этого года выше среднего курса доллара прошлого года. Потому что в прошлом году он с 70 сходил до 94, а сейчас он, в общем-то, в среднем в районе 90. И нефть, на самом деле, никуда не упала. То есть, средняя цена на нефть, в общем-то, на уровне прошлого года. А поставки нефти благодаря теневому флоту даже, наверное, увеличились. То есть, в общем-то, можно ждать прироста доходов нефтяных компаний российских. И учитывая, что они стабильно платят дивиденды, не прекращали их платить в 2022 году, в 2023, это хороший сектор, который сейчас еще и снизился, в общем-то, можно покупать. Транснефть тоже хорошая компания. Она не, ну, к нефтяному сектору может относиться косвенно, но тем не менее. Поэтому всегда есть что выбрать. На самом деле сейчас очень много возможностей, и не обязательно покупать банковский сектор, если он не нравится. Опять же, ну, может быть, идея такая на поверхности и банальная, но мы обсуждали переезд Росагро принудительный или переезд X5 принудительный. В общем-то, та же самая история. Компания переезжает, платит какие-то дивиденды, которые накапливались несколько лет, и продолжает платить их в будущем. Это хороший повод для роста. Обе компании, ну, мягко говоря, одни из лидеров в своих секторах и, в общем-то, заслуживают внимания инвесторов, которые им не могли уделять, пока вот это была неразбериха с их пропиской. Роман спрашивает, какие перспективы у замещающих валютных евро-долларовых облигаций? Имеет ли смысл их сейчас брать или это перманентная убыточная история? Ну, я сразу скажу, что я, наверное, не являюсь профессионалом по замещающим облигациям или валютным. На мой взгляд, это один из вариантов защиты от обесценения рубля. То есть зачем покупать валютные облигации, если вы считаете, что рубль обесценится? Надо ли именно через замещайки таким образом защищаться? Я не уверен, потому что у нас есть альтернатива. У нас есть, в конце концов, и золотые облигации, и золото, и акции экспортеров. Потому что будет ли курс доллара в будущем, к сожалению, мы не знаем, потому что уже история, когда ценообразование курса доллара поменялось, оно уже перестало быть биржевым, это уже проблема. Но, скажем так, если бы я покупал активно замещайки или валютные облигации, я бы сейчас сосредотачивался на юаневых облигациях. Мне кажется, уж биржевая торговля юанем не исчезнет. Александр интересуется вашим мнением по поводу ЮГК. Мне ЮГК в целом на IPO нравился. Я его покупал, заработал, продал. Сейчас точку входа вторую пока не нашел. В целом, к сожалению моему, золотодобывающий сектор в Российской Федерации такое ощущение, что проклят, потому что каждый эмитент там имеет свою специфику, какой-то свой негатив, и если уж хочется зарабатывать на золоте, возможно, именно в России стоит покупать золото напрямую через слитки, благо у нас НДС отменили. Артем, на этом мы завершаем наш короткий, столь короткий выпуск. Казалось бы, много времени, а все быстро прошло. Артем Тузов, директор департамента корпоративных финансов WeWork Partners, был с нами сегодня, подводил итоги уходящего дня. Огромное спасибо всей съемочной бригаде. Ну, отдельное спасибо Айгуль Магировне, Александре Сергеевне,
Екатерине Михайловне и Ларисе Алексеевне. И главное, нашему шефу Денису Владимировичу. Программу вели Татьяна Вершигара и Даниил Бабич. А это «Рынки. Итоги». До новых встреч!